Я воспринимаю эти аплодисменты наравне со всеми, кто начинал этот аукцион, и с режиссером этого фильма Марией Аристовой. Маша, ваши аплодисменты. Затем, дамы и господа, праздник праздником, но аукцион аукционом. Аукцион номер 167 объявляется открытым. Меня зовут Игорь Аболин. Первый лот перед вами на торгах. Чтобы нам с вами все было понятно, шаг торгов 500 рублей, дамы и господа. Мы готовы принимать ваши предложения, потому что, как говорилось в одном известном английском фильме про аукциониста, отдаем за столько, сколько вы дадите. Вот, собственно, такая преамбула. Все остальные комментарии будут идти по мере поступления. Итак, дамы и господа, первый лот 167-го аукциона «Татьянин день». Его автор Игорь Сидоров. Работа называется «Незамысловато. Кувшин». Работа написана маслом по холсту в 2006 году. Размеры 60 на 50 сантиметров. И я готов принимать ваши предложения, если таковые есть. 2000 принято. Далее. 2000, дамы и господа, готов ли кто-то добавить? 2000 рублей. 3. Принято 3. 3000, дамы и господа. Готов ли кто-то побиться за работу одного из лучших театральных художников города, но не главного художника театра эстрады Игоря Сидорова? Итак, 3000 была последняя цена. Фиксируем. 3000, дамы и господа. Если нет более высоких предложений, я начинаю считать. 4. Спасибо. Вот видите, у нас выкрестился шаг. 1000 рублей. Итак, дамы и господа, 4000. Последнее предложение с последнего ряда. Фиксируем. 4000 рублей, дамы и господа. 4000 рублей. Раз. 4500. 4500, спасибо. 4500 рублей. Раз. 4500 рублей. Два. 5000 раз. 5000. Поддержано. И я не вижу более высоких предложений. Кто? Спасибо. 5500 от номера 125 принято. Раз. 5500 поддержано. 6000 рублей. Раз. 6000 рублей поддержано. И 6000 рублей. 6500. Не надо меня ловить на паузе. 6500 раз. 6500 поддержано. 7, спасибо. 7000 рублей, дамы и господа, раз. 7000 рублей, два. И 7000 рублей из центра зала. Продано, дамы и господа. Благодарю вас.